Депутаты горсовета регулярно участвуют в рейдах, чаще всего проверяют работу управляющих компаний. В этот раз ревизоры нагрянули в один из дворов на улице Аскольдовцев. Здесь ремонтируют дорогу, вот только за счет бюджетных средств. А в центре города идет реконструкция территории рядом с памятником Кирову. Строители обещают закончить до снегопадов. До первого снега нужно сделать многое, и не только в этом сквере. Специалисты управления дорожного хозяйства приступили к сезонной работе, убирают тротуары от опавшей листвы. Приведут в порядок рабочие площадку рядом с новым арт-объектом ЧУМом. Идею создать такую инсталляцию подали мурманские школьники. С творчески одаренными учениками встретился Андрей Сысоев. Также глава Мурманска посмотрел ход реконструкции спортивной площадки рядом со школой номер 31 и наградил победителя конкурса «Мой зеленый город, мой уютный двор». Подробности в новом выпуске программы «Городские хроники». Некоторое время назад единственная подъездная дорога сразу к нескольким многоэтажным жилым домам, детскому саду и школе на улице Аскольдовцев от чрезмерной нагрузки пришла в негодность. В этом году удалось ее отремонтировать за бюджетные средства. Но это масштабная работа, а вот за текущие по уборке и благоустройству отвечают управляющие компании, которых здесь сразу несколько. Депутаты горсовета держат их работу на контроле. Вместе со специалистами Ленинского округа административного и с представителями управляющих компаний мы сегодня смотрим территории, потому что заканчивается летний период, осенний у нас такой короткий, мы входим в зиму, и как у нас находится, везде ли пострижены по постановлению трава, вот эти зеленые насаждения, асфальт в каком состоянии находится. Недавно вот мы начали у первого корпуса, Аскольдовца 30, корпус 1, месяц назад была сдана, ну не сдана, а так чуть-чуть не закончена дорога по программе «Дорога в школу» к 105-му детскому саду. Новая дорога не может не радовать жителей, но недавно здесь начались работы, которые стали поводом для беспокойства. По этой дороге сделали вот совсем недавно, месяц назад, вот сделали возле этого 30-го Аскольдовцев. А до этого тоже такая была лужа. Тоже мы лодку давай, заасфальтировали красиво, а потом вырыли небольшой вот ровчик, а он начнется паводок, и там это все размоется. С вопросом местные жители обратились к депутату. Ирина Ускова выяснила причину появившегося рва в новом дорожном покрытии. Оказалось, это только первая часть технических работ, которые вскоре будут завершены. Это для ливневки, для того, чтобы весной, когда будет у нас сходить снег или сейчас дождь, там же дорога идет под уклон, чтобы этот асфальт сразу не размылся, вода туда будет уходить. Но подрядчик еще не завершил работы. То есть это на начальном этапе еще. Более того, вот мы видим, здесь я спросила несколько кучек земли, которая еще не убрана окончательно. То есть она на места не положена. Тоже нам пояснили, что подрядчик еще не сдал. Они обязаны благоустроить ту территорию, где они тут проводили дорожные работы. А в центре города идет реконструкция территории рядом с памятником Кирову. Скоро жители и гости города смогут прогуляться по обновленной территории. Несмотря на масштаб развернувшихся здесь работ, специалисты постараются сохранить первозданный облик сквера. Общая площадь участка благоустройства составляет более 5000 квадратных метров. Хочется сделать идеально все здесь, потому что это действительно центр города, как впрочем, и любой наш проект. Мы подходим к тому, что уж если уже взялись за работу, то нужно ее сделать хорошо. Пристальное внимание уделяется объекту культурного наследия, памятнику Сергею Мироновичу Кирову. На высоком постаменте возвышается трехметровая скульптура известного политического деятеля, которую открыли в 1940 году. Сотрудники специализированной организации из Санкт-Петербурга очистили монумент от грязи и привели в порядок швы между гранитными плитами. Чтобы площадь вокруг памятника выглядела более аутентично, было принято решение уложить брусчатку. Не все в процессе работы подрядчика проходит гладко, например, возникли некоторые технические сложности с грунтом. Когда начали работать именно с правой стороны нашего сквера, там оказалась часть, например, много глины, которую вот проектная документация была не предусмотрена. Да? Начали когда уже работать, везде было по нашему объекту хорошо. В определенной части, там где уже начали укладку, там у нас появилось очень много глины, соответственно, ее вытаскивали, глину вынимали, засыпали уже наши щебенки. Реконструкция сквера проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Сейчас парк на Пушкинской готов наполовину. Завершение работ намечено на конец октября. До первых снегопадов много работы и у специалистов управления дорожного хозяйства. Они ежедневно приводят в порядок городские улицы во всех округах Мурманска. Листва, она закрывает асфальт, и происходит такая скользкость на дороге.
соответственно, надо убирать. Ну и, соответственно, эстетичный вид города. Уборка производится круглогодично, причем исходя из климатических особенностей, в разное время года делается упор на определенный вид работ. Всего на улице города ежедневно выходит 88 единиц специализированной техники и 150 человек. Сейчас основной вид ручной уборки связан именно со сбором опадающей листвы. Кроме того, машины постепенно готовятся к зимнему сезону, производится отладка и переоборудование механизмов. Приведут в порядок рабочую площадку рядом с новым арт-объектом «Чумом». Идею создать такую инсталляцию подали мурманские школьники. С творчески одаренными учениками встретился Андрей Сысоев. Ученица 11 класса 31-й мурманской школы Ника Смоленинова стала одним из трех авторов оригинальной скамейки «Северное солнце». По словам девушки, на создание этого арт-объекта их вдохновила саамская культура, жизнь и быт коренного народа Кольского полуострова. Это очень интересно, принять участие в таком проекте. Это очень необычно. В основном всегда какие-то знаменитые архитекторы принимают участие, возводят какие-то необычные идеи свои, а тут дети, и это довольно-таки нестандартный подход к возведению каких-то малых архитектурных форм. Также гостями встречи с новым главой стала автор цветочной композиции «Роза ветров», ученица школы номер 1 Алина Лебедь и ученик кадетской школы Илья Пашков, придумавший вместе с другом кадетский городок. У нас такая задача стояла, что нам нужно все это дело будет осуществить, и мы это все сделали. Вам живое воплощение понравилось? Да. Самое главное, мурманчанам понравилось. То есть у нас получается, что это не только творчество, но еще и непосредственная польза. Также глава Мурманска посмотрел ход реконструкции игровой площадки рядом со школой номер 31. Конструкция напоминает яркую клумбу с ромашками, на стеблях которых пауки сплели паутину. Такую задумку по достоинству оценили дети. Мне понравилось больше вот этот канатик, на котором можно висеть и раскачиваться на нем. Ну, как вы думаете, это хорошая такая идея была поставить здесь площадку детскую? Да. Да, потому что сюда могут приходить разные школьники, и как раз у первоклассников есть минутка гулянки, и они здесь гуляют постоянно. За последние годы в Мурманске построили 157 спортивных и детских площадок. Их недостаток остро ощущался, ведь в основном жителям города раньше приходилось довольствоваться старыми коробками и турниками, которые были установлены еще в советское время. Новая игровая конструкция дополнена уличными тренажерами, которые рассчитаны и на взрослых. Дети занимаются на площадке, мамы могут подойти к тренажерам. Радует вид площадки. Она, конечно, уже по сравнению с другими имеющимися у нас площадками более современная. И цветовая гамма, и технические решения. И очень важно то, что, например, тоже покрытие не обычное, а травмобезопасное, ударопоглощающее. Поэтому я думаю, что мы можем порадоваться за тех, кто будет посещать эту площадку. Строительство детской площадки – лишь небольшая часть масштабной реконструкции пришкольной территории. Через стадион жители ближайших домов добираются до остановки общественного транспорта, что создает неудобства как для тренирующихся на улице школьников, так и для пешеходов. Вскоре такие неудобства устранят. Сегодня комитет по городскому хозяйству уже начал проектирование вот этого тротуара, который будет вдоль, ограждения проходить. Как только выполним тротуар, так займемся стадионом. То есть этот стадион будет такой же, как вот в других школах. Нужно будет постелить поле искусственное, значит, нужно будет организовать дорожки беговые. Для жителей самого молодого в городе Первомайского округа такие преобразования очень важны. Эта территория в будущем должна стать современным пространством для занятий спортом и отдыха жителей всего микрорайона. Над благоустройством Мурманска работают не только городские власти, но и обычные жители. Для самых активных садоводов-любителей, например, придумали свое соревнование. Конкурс «Мой зеленый город, мой уютный дом» организуют в столице Заполярья уже не первый год. В 2019-м для участия в проекте подано несколько десятков заявок. Все лето садоводы трудились на клумбах, и вот пришел день подведения итогов конкурса. Семья Шаниных ежегодно приносит в подарок комиссии букет, выращенный своими руками. В последнее время не ломают, проходит даже больше. Первые годы были хулиганские действия такие, а последние годы наоборот. Вот люди проходят, любуются, как-то народу нравится. Проходя по городу, видят такую красоту во всех дворах. Ломать уже не хочется. В этом году стали собирать уже смородину. Появились первый урожай. 2 литра, литра 2, да, Таня? Да, литра 2 смородины собрали. И красный смородин, который у нас 2 года только там.
ягодок 10, наверное, попало. Ну, начало есть. Постоянные участники конкурса уверены, чтобы сделать двор красивее и высадить самые разнообразные цветы, нужен не только собственный энтузиазм, но и помощь соседей. Благодаря нашим соседям, без которых мы не смогли бы этого ничего сделать, только они нам помогали финансово, и все, привозили камни, все помогали. Рассаду выращивали для нас, да, девочки, и денежку на рассаду давали. К участию в проекте присоединились не только жители многоквартирных домов, но и образовательные заведения, предприниматели, предприятия и управляющие организации. Конкурс считаем, что нужный, помогает, во-первых, дисциплинирует сотрудников жилищных участков в компании. Во-вторых, позволяет более тщательно взаимодействовать с жителями. Участники конкурса рассказывают, если посадить хотя бы один цветок, уже не остановиться. Так во дворах появляются пышные клумбы, кустарники и даже деревья. Конечно, хочется поблагодарить за вот этот вот труд из года в год. Очень непростой, потому что не только нужно высадить вот эти вот зеленые насаждения, не только облагородить свой двор, но еще и сохранить вот тот вид, который у него есть. И, конечно, еще раз повторяю, вот оценить этот труд его просто невозможно. Всех участников конкурса наградили благодарственными письмами и сертификатами на приобретение грунта для будущих клумб. Победители отметили дипломами и ценными призами.